Первый день лета весь мир отметит Международный день защиты детей. А для детей из Чебоксарского детского дома праздник солнца, тепла и просто хорошего настроения начался немного раньше. Ресторан «Беркут» пригласил их к себе в гости. Мы сейчас с вами все вместе отправимся в волшебную страну. Поедем? Отлично! Топали, хлопали, визжали, кричали и свистели. И все это от хорошего настроения. Клоунесса Ириска не давала скучать и взрослым, и детям. Ребята в ресторане «Беркут» вместе с ней отправились в волшебное путешествие за приключениями в страну доброты. Здесь их ждал и волшебный паровоз, и мыльные пузыри, и песни, и танцы. Вообще здорово, весело, вообще интересно очень, красиво. Клоун Ириска прикольная такая, веселая очень. Я поздравляю всех-всех детей на планете с Днем защитника детей, и чтобы они жили счастливо, весело, и чтобы удача всегда их преследовала. Ну и какой же праздник без подарков? Каждый ребенок получил, кроме хорошего настроения, красочные книги из рук самой детской писательницы Ардем Гали и фирменные футболки от ресторана «Беркут». А городской таксомоторный парк, руководителем которого является Архипов Алексей Геннадьевич, предоставил автобусы для перевозки детей из детского дома. Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Мы видим радостные лица детей, счастливые улыбки их. Мы видим, что им все понравилось. Различные конкурсы, призы, подарки. И это нас подстегивает в дальнейшем проведении подобных мероприятий. Что такое доброта? И увидеть нельзя, и потрогать нельзя, зато можно ее почувствовать, говорят педагоги Чебоксарского детского дома. Администрация Чебоксарского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выражает огромную благодарность ресторану «Беркут», а в частности директору Гарику Вардановичу, а также сотрудники, я думаю, к нам присоединятся. Я думаю, что этот праздник в этом заведении оставит неизгладимый след в душе каждого нашего ребенка. Праздник получился не только задорным и ярким, но и очень вкусным и сладким. А на прощанье дети нарисовали организаторам свою мечту. И пусть желания ребятишек хотя бы частично сбудутся. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.